Всем привет, друзья! С вами Кекс на Рубзи! Сколько же я ждал этого момента, ребята! Наконец-то событие закончилось! Наш клуб смог это сделать, ребята! И вы только посмотрите вот этот офигенный скинчик, который стоит 700 гемов, ребята! Мы получаем бесплатно! Ребята, это скин Годзилла Бас! Ребят, напишите в комментариях, кто из вас уже его получил себе, чей клуб уже смог дойти до этой отметки. Но, ребят, мы только сделали прямо сейчас. Офигеть, еще и куча значков у нас. Так, ребята, это аккаунт Путь Стар. Я теперь срочно залетаю на свой основной аккаунт, потому что, ну, в моем клубе и основной, и аккаунт Путь Стар находятся в одном клубе. Стараемся на благое дело. И здесь тоже. Здесь тоже. Ребята, я сегодня получаю сразу два скина Годзилла Бас. Ну, кстати, вот это прям офигенно. Я захожу сюда и получаю Сатурнянскую Славу. Новая иконка игрока. Подожди, а есть что-то выше, чем Сатурнянская Слава? Я уже честно не помню. В принципе, не важно, ребята. Меня сейчас интересует именно Годзилла Бас, которого я очень сильно хотел. Я очень сильно хотел его получить. Так, где наш красавчик? Какое мастерство по новизне. Сначала редкие. Они здесь поменялись. Вот он. Вот он, красавчик, ребята. Посмотрите, красавчик. Просто сжигатель городов, ребята. Просто уничтожитель. Вот она, Годзилла, ребята. И сегодня у нас еще и... Что? У нас сегодня событие Годзиллы продолжается. То есть, подожди. Мы уже с клубом закончили. У нас 1281 яйцо разбито. То есть выше, в принципе, уже нет смысла. Мы получили бесплатные гемы. Мы получили бесплатные скинчики. И теперь кайфуем. Ребят, смотрите, что у нас сейчас есть в магазине. А на этом аккаунте я уже купил себе Годзиллу Ниту, поэтому здесь ее нет. Но на основном аккаунте Годзилла Нита все еще есть, ребята. Я тоже обязательно себе ее закуплю. Вы не пожалеете, если купите тоже себе ее. Потому что, ребята, это вообще один из лучших, один из самых выгодных скинов в мире. Ребята, посмотрите, еще два дня будет акция, где за 199 гемов Масика вы получаете скин, который по факту стоит 300 гемов, ребята. Давайте только без шуток про тракториста. Если вы доплачиваете еще 150 гемасиков, вы получаете просто немеренное количество призов стар. И да, а самое важное, самое главное, если вам нужны гемасики, а донаты в Brawl Stars не работают, то вы можете их купить выгодно и безопасно в официальном магазине Robzy Shop по ссылочке в описании. Также можете купить акции, гемы, Бравл пасы. Нажимаете купить, открываете магазин, выбираете Brawl Stars, ребята, находите нужную вам акцию или гемы. Можете почитать отзывы, там все мои подписчики покупают. Просто, ребята, оплачиваете, вводите свои данные Supercell ID, вам на почту приходит код, вы его сообщаете боту, и вам зачисляют все, что вы купили на аккаунт. Я лично отвечаю за свой магазин. Ребят, сейчас мы с вами, естественно, пойдем на аккаунт Путь Стар. И да, еще одна важная информация. Если вам нужен бесплатный Бравл Пасс, то я вам могу его дать. Вам нужно всего лишь поставить лайк под видео, подписаться на канал и в моем телеграм-канале, который по ссылочке в описании, подписаться на него и просто нажать кнопочку «Участвовать». Я разыгрываю 10 бесплатных Brawl Pass для своих подписчиков на халяву лично от меня. Итак, можно пособирать золотишко, потому что у меня его слишком мало на этом аккаунте. Можно пособирать кредиты, кстати, потому что впереди у нас будет сквик на этом аккаунте открываться, а я должен здесь открывать как можно больше бравлеров. Бесплатные гемы, ну, бесплатные гемы, мне кажется, все обожают. Бесплатные гемы — это лучшее, что придумали вообще разработчики Бравл Старса. Бесплатные кредиты тоже, у нас почти открыт сквик. Ну а теперь, ребята, у нас с вами, конечно же, разгром города Годзиллыч и нокаут 5 на 5. Кстати, Годзиллу у меня... А, подожди, у меня есть... У меня нет мутации на база! У меня нет мутации на база. И у меня нет гиперзаряда на база. То есть, подожди, этот бас у меня не сильно полезный, но я хочу разочек одну карточку сыграть за база. В каком режиме? Пускай это будет нокаут. Нет, пускай это будет дуэли. Пускай это будет... О, брубол!
Нужно играть там, где есть квест, ребят. Нужно играть, где квест, а квест у нас есть в Броуболе, поэтому поехали. Одну каточку за Годзиллу базу. Я просто обязан сыграть, ребят. Я просто хочу показать, ребята. Вот он, красавчик, ребята. Годзиллушка мой баз. Золотой дракон, еще и титул, просто имбушечка. Как он атакует? Офигеть. Ну да, у него атака, как у Годзиллы. Так, мы с этими разобрались, с ребятами. Так, я хочу посмотреть, как он летит. Ребята, можете гол не забивать? Подожди, гол не забивай. Не забивай, я хочу проверить. Так, на нафиг, просто двоих. И сжег. Давай, пас. Ты серьезно? Ладно, я сейчас ворвусь сразу с ульты. Годзилла бас полетел. На нафиг двоих. Полетел. Минус два, минус три. Дизлайк кто-то и скинул, мы победили. Но здесь явно, смотри. Кайфуем. Давай. Да не за... Просто... Но это легкая победа. Это легчайшая победа за Годзилла базика. Вот он, звездный игрок. Вот он, красавчик, ребят. Так, выходим. Получаем бесплатный призочек себе обязательно. Но сегодня мы с вами будем гоняться дальше за монстра яйцами, потому что событие у нас еще осталось. И, блин, он эпично... Посмотрите, как он эпично стоит вот здесь, кстати. Событие закончилось, яйцо больше не нажимается. Красиво, мне нравится. Но я еще не выбил красный скин. Потому что монстра яйца у нас еще доступны. Подожди, красный скин, где находится у нас красный скинчик на Годзиллу база? Вот, ребята, финальная награда. Можно попытаться его будет выбить. Так, что мы делаем? Естественно, ребята, тут как бы... Вы сами прекрасно, что нужно делать. Берем с вами рикошета. В принципе, можно будет рикошетика прокачать. А что сделать, если прокачать рикошета вот так? И это будет первый бравлер на этом аккаунте с 11 силой. А знаете, зачем я так сделал? Потому что нужно. Потому что, ребята, нужно еще и снаряжение возьмем себе какое-то... перезарядка. Вот! Да, ребята, то, что... Ну все. Потому что, ребята, нам нужен в этот режим рикошет максимально сильный. Какой? Вот в этот режим. Поехали. Попытаемся выиграть. Я сейчас попытаюсь взять все 6 яиц. Не знаю, получится у меня это или нет, но я буду пытаться. Так, у нас есть Рика, у нас есть Карл и у нас есть Брок. Против нас Джеки, против нас лютые ребята, я вам скажу. Так, поехали. Так, Джеки, конечно же. Джеки, ты серьезно? Она уже пошла там крушить, что-то это делать. Давай, Джеки, до свидания. Мы должны сделать грязюку. Вот так вот. Разминаем вот эту башню. Разрушивали все. Так, подожди, Джеки там будет пытаться вынести. Но это зря. Вот этим заниматься против рикошета. Пустите рикошета на свою базу, ребята. Это была фатальная ошибка. Прям мега фатальная ошибка. Вот этого делать нельзя было, потому что начинается просто жуткая веселуха, ребята. И начинается полностью... хотя подожди, слушайте, неплохо они там рушат там здание. Неплохо они здесь там расколбасили. Так, ребята, давай. Мы побеждаем. Никто никого не бьет, ребята. Просто все рушат здание. Давай, наша Годзилла и их Годзилла. Что-то мы задумали. Так, ребят, поехали. Победили. Фу! Это было жестко. Это было горячо, и все пытались победить. Они вообще не били нас, смотри. Они просто пошли рушить здание, забили на нас и... Это как вообще называется? Прикинь, они пытались просто снести нам город. Но из-за того, что у нас был рикошет, который бил по всей карте. Но тут как бы ежу понятно. Так, Динамайк, Мэг. И Фрэнк. У нас рикошет, Бо и тоже Фрэнк. Ну, посмотрим, ребята. Так, давайте посмотрим. Разлет по всей карте полетел. Рикошет начинает заниматься веселыми делишками. Так, с Мэг мы должны разобраться. Угу. Так, снесли мы. Хорошо. Хорошо, продолжаем накидывать. Сносить пытаемся здание. Сюда. Так, подожди. Мэг... Блин, здание снеслись, и Мэг меня достала. Серьезно? Я думал, что не достанет, но там слишком быстро разнесли здание. Так, нам нужно будет сейчас... я взял Годзиллу. Я нечаянно, ребят, я не хотел Годзиллу брать.
Я не хотел Годзиллу брать, я случайно. А как, можно где-то в настройках указать, чтобы Годзиллу не брать себе в руки, ребят? Просто не брать Годзиллу. И Фрэнк улетает, и ты тоже, Мэг, тоже улетишь. Но вы не снесете так-то быстро. Победа. И легчайшая победа, ребята, за рикошетика. Потому что что? 202 тысячи урона. Серьезно? 202 тысячи урона. Твою налево. Это вообще законно? Это незаконно, ребята, по столько тысяч урона наносить. Пока что 2 победы из 2. Окей. Против нас Лола, против нас Броки, против нас Мелоди. Интересненько. Так, у нас уже кто-то Годзиллу взял. Отскоки полетели. Хорошо, хорошо. Погнали. Погнали, конечно, давай. Давай посражаемся. Давай посражаемся. А мы вот эту сейчас бочечку взорвем и будет вообще все хорошо. Так, давай, 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 поехали. Поехали, заходим вот сюда. Прожимаем гаджет и начинается самое веселое, что может только быть вообще в этой игре, ребята. Игра за рикошетом в этом режиме. Это веселее просто не придумать. Да нафиг, там просто разорвало подход в аннигиляцию. Ладно, давайте мы сейчас с вами закончим вот здесь немножко. Потому что нужно потом все равно эти здания будут разносить. Мы, конечно, сейчас максимально разнесем здесь все, что можно. Так, вот сюда заходим. Так, а добивайте это здание. Все, Годзилла попой села, здание исчезло. Хорош. 3 из 3 побед, естественно, я звездный игрок. Естественно, серия невероятная. И мы продолжаем наваливать, ребята. Наваливать, разваливать и расколбашивать. Вы с кем тягаетесь, ребят? Вы с кем тягаетесь? Ну все, где последнее здание? А можно мне последнее здание? Покажите просто его, пожалуйста. По-братски, последнее. Где последний домик ваш? И где последний домик? Ладно, я ультанул. Ладно, где-то там был последний домик, они защищали как могли. Я не помню, это 4-я победа подряд. Естественно, я опять звездный игрок. Так, хорошо, прекрасно. Давай, поехали, поехали. Ой, там что-то снесло. Там что-то пацана вынесло. Давай, давай, 2 ульты в меня бахни. Ну ладно, убило. 4%. Там просто справа пару ящиков осталось жилого здания. И все, и до свидания. Так, что там, Годзилла пришла к нам на базу? Ну давай Годзилла посражай. Ой, Годзилла сдохла. Боже мой. Я нечаянно убил Годзиллу, ребята, за рикошетика. Так, давайте, пацаны. Что у вас там, под килом стоите? А у них Фрэнк уже сдался, ребят. Ну Фрэнк уже такой думает. Да не-не-не-не-не. Тут как бы уже варианты... Все решено, ребят. Так, давайте добивать здание. Просто вот немножечко остается. 3%, 2%. Так, что там осталось? А меня сейчас шлепнут. Меня сейчас шлепнет Шерри. 2%, добейте, все, молодцы. 85 на 0. Мы снесли их здание. О, у Тика 168 тысяч урона по людям. Ну, естественно, потому что Тик это просто имба. В этом режиме, кстати, Тик очень хорош. Так, снова заруба. И по идее, это 6-я катка. 5 яиц. В этом режиме я уже выиграл 100%. Вот, рикошет против нас. У нас Рика против нас, Бо и Фрэнк. Мы пытаемся идти просто на базу. Просто идем на базу. До свидания, Бо. Бо минусанули. Бо минусанули, Бо минусанули. Так, меня снесли. Ну, не, за 7 секунд не снесут нам до состояния их базы. Поэтому это естественно, еще одна победа. Это еще одна победа. Фу! 6 из 6, профессионал. Ну все, можно выходить с этой каточки. Смотрите, выходим, и теперь начинается красота. Шиньк, вниз-вниз, вверх-вверх. Так. Мутация сюда, ребята. Продолжаем. Вот она. У базы теперь есть мутация. У меня на Годзиллу база есть мутация. Так, редкий призочек. Эпический. По идее, у нас еще одно яйцо. Право-право, лево-лево. Вверх-вверх, низ-низ. Так, еще мутация. 2 мутации из 2 яиц. Это прекрасно. Мутация на Бе. Так, лево, право, лево, право. Вверх, вниз, вверх, вниз. Так. Это на блинге. Низ, низ, низ. 3 раза. Вверх, вверх, вверх. Вверх. Лево, лево, лево. Право, право. Лево, лево. Низ, низ. Вверх, вверх. И вот он, код на легендарку. Запомнили? Используйте. А теперь низ, вверх, право. Неважно, куда, ребята. Давай, скинчик, 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 скинчик. Ну, давай, давай. И... Офигеть! Новый скин, мега муха би... Давай сюда, мне нужен этот скинчик. Отлично. Так, право, 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 лево, лево, лево. Низ, 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 вверх, 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 низ.
Это у нас эпический. Эпическая новая иконочка, которая не была низ-низ-низ, вверх-вверх-вверх. Это у нас сбросился на мутацию. Хорошо. Пайпер стреляет дважды. Низ-низ-низ. Так, это деньги. Право. Вверх-вверх-вверх. Три раза. Четыре раза вверх. Раз, два, три, четыре раза вниз. Лево-лево два. Право два. Три. Блин, я запутался. Запутано было два раза всего лишь сделать. Итак, мы собрали сегодня 6 из 6 яиц, ребята. 6 из 6. И все их открыли, потому что мы сегодня красавчики. Ни одного проигрыша у нас не было. Теперь, кстати, у меня баз будет еще и с мутацией. У меня и скин на базе есть, и мутация на базе. Всего здесь собрано 23 мутации, но это, ребята, я, грубо говоря, почти не покупал яйца. Это очень круто. Так, и у меня единственное, что сегодня осталось, это в одиночном столкновении или в нокаут сыграть за вот этих бойцов. Жалко, что нет на базе. Пойду я делать, ребята, квестики. Сегодня еще один пристар можно забрать. Кстати, у нас с вами, смотрите, награда вот здесь. Забираем. Награда вот здесь. Забираем. 11 тысяч, у нас 418 кубков на этом аккаунте уже с вами. Блин, как же офигенно, мы сами получили скин и еще сделали все победы. Теперь у нас в клубе 1291 разбитое яйцо. Ну, президент на первом месте, как и сюда должно быть. Короче, лайк, подписка, колокольчик. До встречи в новой серии. Не забывайте подарки забирать. И не забывайте бесплатный, ребят, Бравл Пасс у меня в Телеграме забирать. Ну, а кто нужно, покупайте гемасики. Всем пока.